Сделать город чище. С такой целью волонтеры движения «Раздельный сбор» проводят акции в Люберцах. Они призывают людей более осмысленно подходить к выбору вещей и дальнейшей их утилизации. Очередное мероприятие прошло в Наташинском парке. Специальных контейнеров пока нет, поэтому в первую субботу месяца с 12 до 3 в Центральном и Наташинском парках волонтеры движения «Раздельный сбор» ждут граждан, чтобы вместе с ними рассортировать мусор и объяснить, почему это необходимо. Это категории пластик, металл, стекло, бумага. То есть все те фракции мусора, которые могли бы отправиться на мусорный полигон, но теперь отправятся на переработку и станут новыми полезными вещами, не попадут на свалку. Движение «Раздельный сбор» существует уже несколько лет. За это время к волонтерам примкнули уже многие неравнодушные люди. Я вижу количество мусора, сколько мы употребляем. Я собираю это в конце месяца, вижу вот эту кучу и понимаю, что тут вопрос даже не то, что переработки, а потребления. Мы слишком много покупаем не очень хорошей еды. Из-за неосведомленности многие жители Люберец не смогли поучаствовать в акции по раздельному сбору мусора, но с радостью наблюдали за происходящим и в следующий раз обязательно обещали примкнуть к волонтерам. Я считаю, что это нужно ввести в практику здесь. К сожалению, очень многие люди с удовольствием разделяли и дома его, но у нас нет никаких отдельных контейнеров, куда можно было бы сложить, например, пластиковые банки или пластиковые бутылки. Уменьшая количество отходов, покупая продукты в упаковке, которые безопасны для окружающей среды, мы делаем мир лучше для самих себя. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.